Всем привет! Показывает и рассказывает Злада ТВ. Подписываемся на нас, комментируем и ставим лайки. Меня зовут Зубенков Андрей. Поехали! ЦСКА создаст аналитический отдел. В рамках проекта «Московский клуб» перейдет главный аналитик Сочи Евгений Шевелев. Армейцы решили усилить свои тренерские и аналитические возможности. Сегодня был последний матч Шевелева в качестве аналитика в Сочи, как сообщает пресса. Теперь обсудим эту новость. ЦСКА растет и учится у лучших клубов, как и Виктор Гончаренко. Например, у того же Гвардиолы в Манчестер-Сити давно проводится подобная практика. И у них в клубе даже не один аналитик, а их несколько. Каждый аналитик отвечает за слабые и сильные стороны как соперника, так и своей команды, с которыми он, естественно, потом делится с главным тренером. Такие люди в команде, которая стремится стать чемпионом, конечно же, нужны и полезны. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. А я пожелаю Шевелеву удачи на новом месте работы. А на этом у меня все. Пока.